готовятся к презентации, что они задумали и успевают ли за такое короткое время все сделать. Здравствуйте. Это мне уже нравится. Я о тараночке. Да. Это у нас тематика пиратская, морская, поэтому таранка. Ого, сколько у вас всего интересного. Да. Вы уже догадались? Нет. Родилась такая идея шальная. Свадьбу сделать в стиле сказки. Так как пираты любят рыбу, мы ее подвесим как, атрибутика для пиратов. Мне навевает все-таки образ, вот сразу с Настей думаю, Шахерезада. А не будет ли она рассказывать моему Денису сказки? Я ее вижу у Шахерезады, и все. Настя Шахерезада, а ее будущий супруг Денис? Ну, а Денис Султан. Морская тематика, но одесская морская. Одесская хулиганская, как бы. Пираты все равно же моряки. Очень логично. Шатер. В шатре ковры, подушки. Возлежит мой Денис. Возле него стоят красивые обнаженные мужчины. В торсе опахалами махают. Вот это мне начинает нравиться. Жениха мы оденем, невесту в такое. Тельняшки. Да? Тельняшки, да. И гостей. Некоторых оденем тоже. Восток, это я, допустим, вижу это в теплых, конечно же, таких ярко, каких-то ярких, сочных, красных, желтых тонах. Ткани от декорированных до какого-то там тонкого шелка, шифона, капрона. Вот это все будет присутствовать в нашем оформлении свадьбы. Это где-нибудь на барже мы повесим такой флаг, чтобы видно было, что это пираты. Да, свадебный такой флаг, да. Тепер справа переходить до рук Ольги. Вона має представити молодятам обидві концепції весілля. Сьогодні Настя та Денис мають зробити вибір, яким має бути їхнє весілля. Як ваше настроєння? Замечательно. Мы, честно говоря, уже стали ждать, когда мы уже увидим презентацию. Очень-очень ждем презентацию, да? Да. Вони не знають. Мами спостерігають за ними з таємної кімнати. Інтересне кіно нам покажуть. Даніно. Посмотрим. Ну, сьогодні, на самом деле, очень важный день, насколько я знаю. Ведь у тебя, Настя, день рождения. Точно. Понял, кто делает выбор? Я. Да. Именно сейчас вы увидите первый вариант свадьбы. Мой проект. Смертельный номер. Нет, нет, я не могу. Ты смотришь? Да. О, боже. Диня, как мужик, какое спокойствие такое. Ну, хоть удиви, слышишь? Ты же этого не можешь. Он спокойно смотрит. Он с кинжалом во рту еще и... Жонглировал, я поняла. Жонглировал. Вот это да, умница. Я утягивать? Пожалуйста. С днем рождения, Ира. Солнце! На что мамы идут ради вас, дети? Вот вы это поймете или нет? Восточная свадьба по мотивам сказок Шахерезады. Накрытый стол, сладостями, фруктами. Денис, ты будешь султаном. Скажи, о да, да! Да. Я поменял трех жен. Денис от скромности не умрет. Не трех, из многих Шахерезад, да. Тебе надо будет выбрать одну. Самую красивую, самую яркую. Самую любимую, единственную. Вы прилетите на ковре-самолете. Вот это круто. А то, конечно, мелко плавать не будем. Конечно же, мама приготовила и книгу «Тысяча и одна ночь». Это сказки, которые Шахерезада каждый день рассказывала своему султану. Ты, я каждый день так слышу сказки. Настя им рассказывает сказки те, что надо. Сказки – это не проблема. А вот танцевать с пяти шахерезадами... Ну, Денису точно понравится. Понравился этот вариант.
Настенька, я не знаю, она у меня такая взбалмошная, что может больше понравиться мой. А, да, мне тоже кажется, роль принцессы не для нее. Ей что-то такое попроще, да? Я тоже об этом думала. Готовы увидеть второй вариант свадьбы? Готовы. Закохані мають обрати один з двох варіантів свята. Яке весілля приготувала для них друга мама? Вот это да!